Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала. В то время, когда любители летней рыбалки сидят дома, настоящие фанатичные суровые рыбаки утепляются и отправляются на осеннюю, октябрьскую или ноябрьскую рыбалку на карася и карпа. В это время рыба ловится, но, естественно, хуже, чем летом. И чтобы приманить, нужна специальная каша-прикормка для фидера по холодной воде. Вам понадобятся 400 граммов панировочного сухаря, 100 граммов жмыха или молотых жареных подсолнечных семечек, 1 чайная ложка сухого молока и 30 граммов кормового мотыля. Все ингредиенты смешиваем вместе. На водоеме добавляем немного земли и воды и тщательно перемешиваем. Сухое молоко обеспечивает довольно обильную муть, которая хорошо привлекает карася и карпа. В чистой осенней воде она отлично заметна рыбе. Следуйте советам и присылайте фотографии пойманных вами трофеев на почту, указанную в описании. Также в описании вы сможете найти ссылочки на лучшие рыболовные интернет-магазины. Всего вам доброго!